все будет класс. Очень любим папу, и благодаря ему, благодаря его песням, все это живет. И я, не только я, и все мы делаем все возможное для того, чтобы это все продолжалось на долгие-долгие годы. Спасибо, папочка, большое тебе за все. Спасибо большое, Ирине Клинских, ведущей сегодняшнего нашего мини-фестиваля на Черноземе. Ну и самое главное, что мы всегда будем говорить и никогда не устанем говорить в конце любого своего выступления. Стой! Живей!